Второй этап. Шоссе на кольцевых гонок чемпионат Украины 2020 года. Автодром Чайка. Что-то я не понял, что это было. Это такой старт. Короче, какой-то странный старт произошел. Ничего не понятно, но очень интересно. Там, короче, красным флагом машут. Я так понимаю, будет сейчас, наверное, еще один старт, потому что зеленым флагом махали, а никто не поехал там. Короче, ждем, наверное, рестарт. Так понял, какие-то непонятки. Флагом махали зеленым, а светофор, я не знаю, работает он или нет, но на нем сейчас красный светит. Работал он, не работал, блин. В общем, того, кто на старте махал зеленым флагом, его уже нет. Будет чисто по светофору. Ну да, типа на светофоре был красный, а что-то стал махать кто-то зеленым флагом, ну и они поехали. По крайней мере, не первый, а сейчас по светофору старт уже будет. Загорается красный. Получилось со стартом. Yeah.
машина разбитая стоит. Непонятно где и обо что. Я так понимаю, туда сейчас будет один труп. Финиш. Занял Игорь Скулс. Второе место занял Андрей Евтушенко. Турецкий. Владимир, извините, Владимир. Награждаются ценными призами, кубками. Ну що ж, по-перше, всіх вітаю. Нарешті після тих карантинів відбувся другий чемпіонат. З погодою повезло, з організацією також у Ігоря все вдалось. Так що, ну що, я задоволений само собою, тут нема що говорити. Початок був цікавий, потім довелось просто довести гонку до кінця. Всім дякую і суперникам, і глядачам за сьогоднішній день. Ну і чекаємо на наступних чемпіонатах. Не чемпіонатах, а етапах чемпіонату ще цьогорічного. Дякую. Второе место Андрія Євтушенка. Да, дякую. Цікава була гонка. Поборолись ми нарешті, не так, як на першому етапі. Тому насправді мені все сподобалось. Чудова гонка. Не скучно. Я сподіваюся, глядачам також було весело. Дякую всім команді, родині, глядачам. Всього найкращого. До зустрічі на наступних етапах. І третє місце Ігор Скус. Спасибо болельщикам. Чувство поддержки было слышно в машине, мотора не было так слышно. Спасибо вам за это большое. Конечно, можно сказать одной фразой, но не получилось. Не получилось. Даже не понимаю почему, но получилась интересная борьба. Корректная, я считаю. Думаю, что вам понравилось. И через полторы недели у нас Одесса. Два этапа. Я думаю, что мы найдем, в чем причина, и опять поборемся втроем, плотно. Еще наверняка кто-то добавится. Спасибо большое. Следующий класс Туринг. Третье место занял Вадим Евтушенко. Второе место Алексей Дяченко. И победил Вадим Кананчук. Представляется победителю этапа Вадиму Кананчуку.
болельщикам, а спасибо группе поддержки, спасибо друзьям, которые пришли, спасибо зрителям, спасибо организатору, что все-таки нам удалось действительно провести этот этап. Ну, болельщиков хочу пригласить в Одессу через 2 недели. Ждем вас, спасибо. Всем спасибо. Гонка была непростая. Ну, много тренировок и все получится. Спасибо. Хорошая была гонка. Я был больше в ней как зритель, конечно, но мне понравилось. Ближе всех наблюдал, как ребята боролись. Очень было все хорошо. Спасибо. Остается самый быстрый класс. 3-е место занял Алексей Бабенко. Второе место Олег Сакирбах. И 1-е место самый быстрый Константин Гуцул. Спасибо команде, организаторам огромное спасибо за этап, как обычно, все на высоте. Ну и, конечно же, соперникам моим, уже все близкие друзья, класс, как на встречу выпускников приходим. Спасибо. Спасибо. Да, всем участникам спасибо за гонку, спасибо Алексею Бубенку, новому участнику класса Супертуринг, потому что нам очень не хватает соперников. Техника не подвела, гонка удалась. Всем спасибо, до встречи на следующих этапах. Все молодцы, всем спасибо. Спасибо.